Добро пожаловать в наш бойцовский клуб. Ну что, ребята, сегодня для вас проведу маленькую экскурсию, познакомлю с нашим клубом, покажем, что у нас есть, может, где-то расскажем, что у нас появится и так далее. Ну, раз нашли, с этого места и начнем. Здесь у нас так называемая гостиная, КПП. Встречаем гостей, люди приходят, кто-то ждет кого-то и так далее. Дальше мы двигаемся. Здесь вы получаете ключ, отмечаетесь, отмечают ваши абонементы и так далее. Давайте дальше пройдем. Здесь мы попадаем сразу же в мужскую раздевалку на 62 места. Мест хватает. По шкафчикам. Шкафчики, классические шкафчики, для места для обуви, для портфеля также хватает. То есть. Также сразу в раздевалке у нас душевая. Душевая на 3 душа. Вполне хватает всем места. Я думаю, что здесь, опять же, никаких очередей, как бывает в некоторых спортивных залах, не должно быть. Здесь же сразу в раздевалке у нас находится отдельный санузел. Если есть желание, можете зайти в гости. Ну, пошлите дальше. Важный момент. Отдельная раздевалка для девчонок, потому что в старом зале мы очень плотно с этим столкнулись. Были моменты не совсем удобные, потому что у нас была одна раздевалка для мальчиков, для девочек. Сейчас мы эту проблему решили специально для девчонок. Опять же, пока девочек немного, установили 20 шкафчиков, этого, наверное, хватает. Здесь также отдельно душевая, отдельный санузел для девушек. Ну что, ребята, двигаемся дальше. Святая святых, непосредственно сам зал. Это наш так называемый малый зал, зал борьбы. Здесь проходят тренировки по грэпплингу, также проходят тренировки здесь у младшей группы. Здесь какой момент? Мы учитывали специальное покрытие, заказывали для борьбы, потому что в большом зале там другое покрытие на татами, там более повышенное сцепление. Если здесь можно делать какие-то проходы и не бояться получить ожог, но там уже могут возникнуть с этим проблемы. Здесь вы можете бороться, никаких ожогов не будет. Но единственная разница, что здесь, когда есть очень много народу и все-таки идет какой-то спарринг, кто на таком покрытии занимался, чуть-чуть влажности и начинают ноги скользить. Так что мы определились, здесь у нас как бы акцент на борцовские действия, в том зале уже непосредственно спарринг, ММА и так далее. Пошлите в большой зал. Ну вот, мы и в сердце, наверное, нашего клуба на данный момент. Как видите, что-то мы уже сделали, где-то еще у нас какие-то моменты дорабатываем, устанавливаем. Но я думаю, что в ближайшее время все эти вопросы закроем. Здесь что могу рассказать? Стена. Специально делали стену для отработки работы у клетки. В клетке у стены здесь мягкая стенка. Можно не бояться, что вы травмируетесь, отрабатывать навыки борьбы, ведения боя у сетки. Также колонны все мы обошли, так что можете разгоняться, если кто-то захочет врезаться. Мы проверяли, колонны держат, травматизма нету. На той стороне специально установили непосредственно сетку для того, чтобы уже профкоманда могла
максимально близко проводить тренировки к реальному бою. То есть, потому что кто выступал по профессионалам и знает, что это отдельная работа, работать у клетки, там своя специфика, отталкиваться от нее, подниматься по ней и так далее. Ну и второй момент, опять же, мы, чтобы минимизировать травматизм, установили эту стенку. Все. Сейчас она еще не до конца, мы ее сделали, но я думаю, что в ближайшее время закроем этот вопрос. Ну и давайте, наверное, по снарядам пройдемся. Снаряды фирмы Бойко, наверное, сейчас одни из самых топовых мешков на рынке. То есть там буквально 2-3 компании, которые могут соперничать по качеству и так далее. То есть все мешки, мешки для ударов ногами, руками, классические, тяжелые. Также есть груши разных видов, элементы там боксерские, работа по корпусу, работа коленями и так далее. Здесь вот совсем недавно приехали мешки конусообразные, таких форм мы еще проводим тут испытания, пробуем, что на них делать, как с ними работать и так далее. То есть я думаю, что можно будет как-нибудь отдельно по каждому мешку, что для чего, мы отснимем, вам покажем, если будет интересно. Также можете познакомиться, это наш один из самых главных бойцов, Борис его зовут. То есть используем как для бросков, так для добивания. Добивание отдельный вид, так скажем, в ММА. Очень много этому уделяем внимания. Для этого манекены. У нас тут их несколько штук по залу. Ну что, здесь вроде бы, ну еще можно отдельно подушки установили. Опять же, это больше такая классическая боксерская работа. Много ударников. Здесь работа для апперкота, работа по корпусу. Ну, кто знаком с ударной техникой, понимает, для чего и как это работает. Ну что, пошлите дальше. У нас еще на подходе мини-тренажерка наша. Пока там еще ничего не завезли, но какие-то элементарные вещи для общего физического развития уже есть. Как вы видите, работает у нас она круглосуточно. У нас спортсмены занимаются и в воскресенье, и вечером, и ночью, и так далее. Турник, брусья, штанга, гири. Все, что надо на первое время. Хотелось бы отдельно уделить внимание такому произведению искусства на стенках. Как бы здесь я всегда говорю, что если вы пропускаете тренировку, к вам приезжают вот эти два парня. Если вы пропускаете две тренировки, вам уже все, ноги в бетон и в речной порт. Кормить само. Ну что, ребят, на этом наш обзор закончился зала. Ждем вас в гости. Также хочу сразу забежать вперед, что у нас еще открываются залы выше этажом. Но сейчас там идет ремонт. Я думаю, что непосредственно как откроется, мы еще сделаем вам экскурсию. Также открывается ресепшн, где будет спортивная экипировка, спортивное питание и так далее. То есть приходите к нам на тренировки. Мы проводим тренировки по направлениям бразильской джиу-джитсу, грэпплинг, ММА, кикбоксинг, тэквондо по возрастным ограничениям. То есть самая младшая группа у нас 4-5 лет. Это группа общефизического развития. Дальше во всех видах у нас от 6 и до бесконечности. Также есть группы отдельно любительские и есть уже непосредственно отдельно профессиональная группа, которая выступает на соревнованиях на высоком уровне, на любительском, на профессиональном. Приходите, будем рады вас видеть.